Здоровый дух в огромном теле Александра Невского тоже часть постоянного имиджа. Недавно к списку творческих побед актера, продюсера, писателя и культуриста добавилась медаль конкурса «Мистер Вселенная». Для меня это было возвращение к мечте. Я считаю, что это здорово, когда человек 39 лет может вернуться к своей мечте. Он часто называет себя русским Шварценеггером и неоднократно обещает повторить триумф своего кумира на знаменитом конкурсе. Но еще не успел сойти автозагар после выступления, когда стало ясно. Невский – мистер не той вселенной. Это был конкурс-клон. Дальше больше. Коллеги-культуристы усомнились в натуральности его бицепсов. Я никогда анаболики не принимал. И в каждом моем интервью, включая, надеюсь, это, я пропагандирую именно натуральный бодибилдинг. У меня тогда к вам такое предложение. Для того, чтобы подтвердить, что это действительно факт, у нас совершенно не случайно есть сейчас медсестра, которая готова взять у вас анализ крови. И, собственно, по этому анализу мы потом, вот, в общем, можем проверить, есть ли в крови. Ну, это замечательно, но я не знаю, чем будет брать. Не-не-не. Вы можете проверить, что здесь действительно все одноразовое. Ну, это замечательно. А теперь нужно камеру же выключить. Спасибо большое.